Всем здоров, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить код Вероника Resident Evil. Вот, прошлая серия закончилась так довольно печально. Стив убил своего зараженного отца. Вот, рассказал, как он и, ну, попал сюда, короче. Вот. И вот мы нашли сохранку, эту комнату мы не смотрели. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это похоже на картину этой комнаты. Картину этой комнаты. Так, смотри. Тут у нас две картины. А здесь у нас картина и герб. А здесь портрет мужчины. А красная картина, помните, да? На заводе, где убили там рабочего, короче. Тварь с длинной рукой такая. Убила рабочего. Там была красная картина. Так, берем герб. Берем герб. Посмотрим. Герб. Так, герб семьи Ашфорд. Орел держит золотую алебарду. Индиго синяя порция нужна для спецсплава. Спецсплав опять нужен, что ли? Окей, так, ладно. В этой комнате, я смотрю, ничего нет. Я так полагаю, нам надо сюда картину повесить будет. Ну, я так думаю просто. Может, и не так это все. Так. Окей. Мы находимся здесь. Здесь у нас лифт. Так, отсюда мы пришли. Там нам, в принципе, вроде как делать нечего, да? Давайте на лифте. Там у нас Стив горюет. Пока, видимо, туда не надо. А, герб. Нам куда нам надо герб? Так, смотри. Вот здесь. Два этажа. Ну, давай поедем на это. А, еще ниже. Ниже. Ну давай спустимся вниз. Так, по порядочку пойдем. Вот. Так, окей. Здесь у нас патроны. А, для пистолета. Я думал, для ружья. Очертание странного лица. Я почему-то думал, что для ружья. Там было написано в прошлый раз для ружья, короче, патроны. Это оказывается для пистолета всего лишь. Ну, как бы не всего лишь. Пистолета тоже хорошо. Так, здесь нам Стив очистил дорогу. Я так полагаю, на этот газ лучше не вставать. Это будет очень плохо. Так, окей. Карточки у нас нет. Там, смотри, ружье еще лежит. Давай-ка. Что у нас здесь? Ага. Для гранатомета еще патрон. А, это совместимо с М79 гранатометом. Так, погоди, давай-ка мы перезарядим оружие. У нас, смотри, еще люгеры есть уже. Мы взяли в прошлой серии, поменялись со Стивом. Мы ему дали УЗИ, забрали у него люгеры, короче. Ничего полезного. Он закрыт на простой замок. Окей. Закрыт на простой замок. Так, здесь у нас что? Патрончики. Здесь что? Химия для оружия. Смотрите, баночка тогда выделяется, а ничего не делается. Может, потом в дальнейшем надо будет. Так, часть ружья на рабочем столе. Несовместим с М93П. Несовместим, смотри. Значит. Т.
Так, ладно, я понял. Короче, здесь не для этого пистолета. А для чего тогда? Этот, что ли? Гранатомет апгрейдить можно делать. Или что-то. Что-то другое. Так, ладно. Окей. Мы отсюда пришли. Давайте сюда. Здесь посмотрим что-нибудь. Слышишь, да? Так, окей. Здесь нам не пройти. Короче, понятно. Да, здесь нам не выйти, ничего, надо, короче, ехать на другой этаж. Здесь пока нам делать нечего. Нам надо бы найти этот сундук, чтобы выложить то, что нам пока не нужно. Потому что инвентарь уже забит. Там, по-моему, одно местечко осталось, да? Да, одно местечко осталось. Так, подвале. А, на этом этаже мы были, да? Значит, этаж на самый верхний. Да, здесь разнообразие врагов будет хорошее, в принципе, в игре. Так. Га. Здесь нам ничего не сделать. Гади. А здесь сейчас вот, наверху. Да. Наверху. К этому, что ли, к Стиву надо обратно ехать, что ли? Что-то не могу понять. Странно. Ну давай. А, погоди, у нас же карта есть. Блин, а чё я туплю? У нас же карта. А, нет. Эта карта не подходит. Странно. Где мы еще пропустили карту где-то, нет? Ну, это место, где карта вводится или нет. Ладно, давай сейчас Стива сбегаем. Катушки на лифт. Симулятор катания на лифте. Так, окей, смотри, вот здесь дико-голубого цвета. Тоже нет. Ладно, тогда идем к Стиву. Может, он уже оклемался? Или там до сих пор сидит, горюет. Ну, его тоже можно понять. Да, в принципе, тут он сидит. В принципе, можно понять. Так. Большой рельеф изображение рассказывает легенду. Даже ничего. Погоди. Еще одна. Вот эта дверь может. А, смотри, здесь дверь открыта. Что-то я затупил. Или она была закрыта? Собаки. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Задрало. Быстрей. Так, одна готова. Готова. Блин. Во напасть, а? Так, смотри, здесь у нас... для арбалета. Все, у нас теперь места нет. Места нет, смотри, танк. Здесь старый танк. Это Альфреду по вкусу. Блин, вот сесть бы в этот танк, короче, и просто... крошить. Старый танк Альфреду по вкусу. Так, ладно.
Ладно. Вы открыли дверь. А, сейчас тут этот червяк. Давай забежим сейчас в этот. Окей. Забегаем. Так, а это нам не открыть, да? А что на ней написано? А, серебро в цвете. Вентиляция. А. Замок блокирован. Там вентиляция, там надо, короче, отключить. Я понял. Вот эту херню мы сможем открыть сейчас. Раз карточку она не выбрасывает, значит карточка нам еще нужна будет. Бас где-то. Ой, ё! Псины здесь. Окей. Так, погоди, смотри. Здесь у нас индиго. Понятно. Давай-ка здесь ставим. А, смотри, еще одна карта. Смотр. Вот она, синяя. Это ключ карты, мерцает в индиго синим, использую для тренировки военных возможностей. Понятно. Так, окей. Давай сюда зайдем. Так, какая здесь карта? Это? Отлично. Сейчас повыбрасываем, короче. Повыбрасываем то, что нам не нужно. Так, люгеры. Наверное, оставим пока. Выбрасываем. Это и вот это. Блин, может аптечку взять с собой? Давай-ка, наверное, возьмем на всякий случай одну, ну, зеленую просто возьмем на всякий пожарный. Так, мы не ходили еще там налево, давайте здесь еще. А, дверь закрыта, я не могу открыть. Окей. Давай тогда пойдем сюда. А, закрыто с другой стороны. А, нифига себе. Приплыли. Так, ладно. Возвращаемся. Эй-эй-эй. Успел. Успел. Отлично. Так, ладно. Погоди. Здесь-то что у нас? Что у нас в этих дверях-то, что-то не помню. А здесь зомби были. Да. Здесь были зомби, короче, это, по-моему, толчок. А, нет. Не толчок это. Я понял. Сауна, короче. С бассейном. Здесь нам делать нечего пока. Так, а это комната? Угу.
Ладно. Ладно, ясно, понятно. Так. Бежим обратно к этому, к лифту. Здесь нам можно открыть будет сейчас карточкой дверь. О, ни отца нет, ни Стива. Решил, наверное, может он решил, наверное, похоронить его, да? Утащил тело куда-нибудь. Проститься с ним, похоронить нормально. И не так тупо оставить, как... Так, здесь нет. Так, погоди. Так, едем. Сюда. Сейчас возьмем, короче, наверное, ружье, да? По идее, у нас должно получиться открыть проход. Здесь. Отлично. Спасибо Стиву, что он очистил здесь все. Гранатомет! Гранатомет, это не ружье, это гранатомет. Отлично вообще, просто шикарно. Это просто шикарный подгон. М79Г установка. Это берет 40 мм пули. Окей. Так, еще. Давай-ка сюда сбегаем, может его можно апгрейдить. Может, все-таки его можно, да, как бы переделать. Подходит. А ну-ка, а если гранатомет? Тоже нет. Какая-то другая пушка, смотри, нужна здесь. Еще какая-то. Может, арбалет? Так, ладно, смотри, здесь еще дверь. Ой, ё! Ах ты нихера, их здесь... Ты смотри, сколько их здесь. Во-во-во-во-во-во, отвали, 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 отвали. Да отвали ты, ну! Стоп, 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 окружили твари. Это жесть, конечно. Это просто жесть. Ну, туда по-любому надо будет возвращаться, но не сейчас. Не сейчас. Окей. Я понял. Так, ладно. Фу. Я понял. А, это обход... Хотя, возможно, и... Сейчас надо туда возвращаться. Так, погоди. Здесь она достанет? Нет. Здесь она не достанет. Надо как-то в обходной путь, короче, идти. Давай-ка мы скатаемся выше. Там у нас была еще комнатка с карточкой. Куда карту надо вставить. Жесток. Два целых там этих чувака, короче. Не знаю, как их мочить. Гранатометом, что ли?
Так, отлично. Оп, 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 папа. Зомби. Ну, пока на них не целится. Короче, командный пункт какой-то, да? А, так, возьми антиземной. Еще одна, короче. Штукенция. Тут что у нас? Джип, короче. Рисован. Шестиугольный камень. Картина джипа там. Картина джипа там. И все былое. Так, смотри, аптечка. Даже две. Даже две, наверное, сейчас мы примем. Потому что очень уж мы плохо выглядим. Так, ладно. Что здесь? Альбиноид. Описание. Тварь, созданная инъекцией Т-вирус в гены саламандры. Характеристики. Схожее с амфибией тело альбиноида изменится с возрастом. Молодой альбиноид маленьких размеров, но вырастает до 7 футов за 10 часов. Ого. Они очень подвижны и способны разряжать электричество. Эта особенность очень важна, когда они под водой, взрослую особь. Понятно. Короче, когда они под водой, они электрическим разрядом фигачат. Так, и все, да, только про него написано. Альбиноид. Я понял. Так, что здесь? Не можешь брать предметы. Погоди. В смысле, не могу брать предметы. Я сейчас съем еще одну аптечку. Мне было очень хорошо. Так, гранатометы. Так вот делаем, да. Отсюда исходит. Исходило много команд, короче. Ну, говорю, пункт. Командный пункт какой-то. Ладно, понятно. Так, к этому зомбарю мы подходили. У него ничего нет. Так, замок освобожден. А, это замок, короче. Я понял. Круговую сделали. Я понял. Обходной путь сделали. Так, ну что, надо возвращаться туда, к этим двум монстрам. Надо, короче, что-то сейчас взять такое. Не знаю, гранатомет, может. Или, может, эти. Гранатомет оставим. Пускай он лежит. Так, эту штуку тоже, наверное, оставим пока. А, арбалет, наверное, возьмем. Где он? Так, арбалет, нам еще, смотри, нам еще надо отнести гемостатик. Так, комбинируем. Я не знаю, хватит или не хватит. Если что, будем пистолетами добивать. Окей, ладно. Так, аптечку может взять на всякий случай с собой. Не знаю, блин. Давай, наверное, в одной травушке. Думаю, достаточно. Я не знаю, думаю, достаточно будет. Главное не сдохнуть. Так, окей. Погнали к тем двум. Я так полагаю, там обходной путь просто. Чтобы вернуться в особняк.
Хотя, смотри, можно, блин, там можно же обойти и... Где червяк, короче? По той этой дороге. В особняк. Хотя нам в особняке нам делать нечего пока. Нам, в принципе, что, нам сейчас люгер... А, не, почему ничего? Люгер нам ставить надо. Люгер, да. И этот гемостатик надо отнести. Не... Не знаю, может он что-то даст. Нам замены, либо... Без понятия. Ну, ладно, в любом случае, короче, идем. Так, сейчас я... Выбираю сразу арбалет. В любом случае идем, короче, через этих тварей и посмотрим, что там, куда нас приведет это дело все. Ай-яй-яй-яй-яй, отвали, 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 отвали. Да блин, не дает выстрелить, просто тупо. Не дает выстрелить, ублюдок. Пошли вон. Так. Один готов. А, оба готовы? Да ладно, обоих? О, отлично. Просто шикарно. Неплохо так. Еще и 4. Стрелы осталось. Отлично. Тут еще стрелы. Угу. Тут еще стрелы. Так, это что у нас? Коммутатор. Крепко закрыт, не могу открыть. Окей. Ничего особенного. Так, на эти не залезть. Смотри, здесь у нас дверь. Здесь у нас что-то ключ сломан. Понятно. Здесь у нас сломано все. Так, погоди. Можно куда-то забраться. Только смысл. Не двигает ничего. Ладно. Это панель управления для диска. Нет энергии, не могу работать. Понятно. Так, окей, давай сюда. Значит, это не обходной путь, это какое-то другое, новая локация. А, о, защитные костюмы свалены здесь. Вот оно. А, его жестоко ломали. Может, и вирус вылился здесь? Автоматическая дверь. Не могу войти. А, не могу войти. Надо, короче. Надо, короче, как-то вырубить эту херню все. Понятно. В принципе, я не знаю, смысла здесь нет находиться. Нам надо, короче, люгеры ставить идти. Надо возвращаться, короче, в особняк и ставить люгер. Ну, не знаю, для начала, может, для начала нам сбегать к этому, к нигеру. Там что-то сделать. Ему отдать эти гемостатик этот сраный. Так. Так, 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 так. Сюда. Едем сюда.
Значит, все-таки в особняк у нас только один путь. Это через ворота с червем. С червем. Так, забегаем на завод. До этой сундука. Так, псины, да? Да. В принципе, тут обходной путь есть. Ладно. Еще успеем воспользоваться. Так, окей. Окей, так. Это выкладываем. Это выкладываем. Что еще? Берем статик и будем сохраняться. Сохраняемся. И на этом я, наверное, буду заканчивать, дорогие друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Пишем комментарии, оставляем. Спишите свое мнение, все что угодно пишите, мне интересно, как всегда. Вот. И я со всеми прощаюсь. С вами был Валерий.